Добрый день, господа. Пользуясь случаем, пока я здесь отдыхаю, на фоне горной речки и таких гор, пока выставляю свои видео на канале, ну и, честно признаться, решил поразмышлять или побеседовать по поводу всех этих комментариев, из которых где-то 70% это по поводу трудоустройства на работу. Ну, в последнее время пошли немножко хейтеры. Мы их психологический портрет вскрыли, конечно. Но я еще раз хочу повториться. Взять конкретно меня, я, еще раз повторяюсь, пошел в море, не на эту речку, а в море под флаг. До этого я не считаю, что я работал на каком-то пассажирском пароходе мотористом. Это все, это можно вычеркнуть и выкинуть в мусорное ведро. Вот, я пошел под флаг в море в 32 года вайпером. Кто такой вайпер? Это вот протирщик, протирает 32 года. Но это не значит, что я просто тупо взял из бухты-барахты, свалился с этого дерева и пошел в море. Я отучился в морской академии в Одессе, еще в Советском Союзе. Если вы знаете, во времена Советского Союза было 4 морских академии. Ну, академии они потом стали, сейчас уже все академии, университеты и прочие там лицеи. Одна академия была в Одессе, это на весь Советский Союз. Вторая в Новороссийске, третья в Питере, четвертая в Владивостоке. Сейчас, ну, если взять конкретно Украину, это Одесса, в Киеве и в Херсоне. Потом, когда я закончил свою академию ненаглядную, меня распределили на рыбачков. Вот, кстати, рыбаки тоже писали, что это за работа, да у нас такая. Свободный диплом, ребята. Я взял, отказался. Поработал пока на берегу, три профессии поменял. Потом же я говорил, докатился до 50 долларов. Но я никому не писал злостные комментарии, хотя в те времена и Ютуба еще не было. И не злился на своих сокурсников, которые к этому моменту уже достигли должности вторых механиков. Я просто взял себя в руки, но я до этого, после того, как я закончил морскую академию, я просто начал усиленно учить английский язык. Профессия был ноль. Вот все, что я знал, английский язык. Пришел вайпером, там встретил таких же военных коммунистов, очень много было. Да пусть он сам расскажет, да нас наши года, да мы там сами. Потом это все дело испарилось. Ну и я же говорю, мне не то, что повезло, меня с первого контракта десантировали, все. Я был четвертым механиком, а потом просто стал снова никем. И что я? Снова начал на кого-то злиться или на весь мир, что меня не берут? Вот я же людям еще раз говорю, ребята, не пишите мне, вот я говорю, высшее образование, английский язык, тесты, собеседования, все, это по умолчанию. Если вы, ладно, там, середуху закончить, ну, середуха так еще, туда-сюда, потом можно заочно получить. Но нет, это тоже долго, 3 года. Я хочу отучиться на каких-то курсах, я не знаю, 2 недели, 3 недели, моторист, матрос, и, пожалуйста, иди на эту речку, вот, загребай тут. Ребята, так не получится, и потом сидеть злиться. Только академия. Ну хорошо, есть у меня подписчики, как наверняка матросы, матристы, я ничего не хочу сказать в ваш адрес, но учитесь заочно. Я... Вот, если посмотрите все мои истории, вы увидите, что я наших людей из рядового состава не видел уже 10 лет. Очень долго я их не видел. И все, места заняты индусами, филиппинцами. Ребята, развивайтесь. У нас только в некоторых компаниях младший офицерский состав, в остальных топ. Это капитан, старпом, стармех второй. Все, до свидания. Сколько у меня было кадетов, где-то 5 человек. Все, вот один сегодня позвонил, второй механик, 27 лет. Ему повезло в жизни? Нет, у него родители дантисты вообще. 27 лет. Все, красавчик. А остальные поработал, промоушен дал, оп, четвертый, дальше пошел. Все, ребята, так что еще раз хочу повторить. Английский язык, тесты, собеседования, не бояться расслать свои application. Я в этом видео еще повставляю, я надеюсь, то, что на ум придет. Ну, как этот application выглядит, какие-то агентства, биржи моряков, все, куда я рассылаю. Все, потом получайте звоночки,
перезвонили, договорились на собеседование, на тесты, медкомиссия, поехали, и все, вы независимы ни от кого. Не надо сидеть в одной конторе, я уже 10, в 10 поработал, 20 контрактов, да сейчас пойду в 11-ю. И ничего, по новой, также с нуля сдаю, как будто я пришел первый раз. Вот такое коротенькое видео. Все, ребята, чтобы не работать на этой речке, возьмите себя в руки и выходите на большие просторы, чтобы вот так выйти и не видеть конца и края берега. Приятного просмотра!